Привет, дорогие друзья, это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас видео об обновлении, которое прилетело на мой смартфон Realme GT Master. Давайте вместе с вами посмотрим, что же здесь новенького. Честно говоря, друзья, я вам хочу сказать, что смартфон меня в последнее время радует, и, собственно, обзор об нем пилится. Опыт использования, опыт эксплуатации, как говорится, все плюсы и минусы будут скоро на моем канале. Все плюсы и минусы этого смартфона. Полный обзор, друзья. Следите за обновлениями. Для этого подпишитесь обязательно прямо сейчас на мой канал. Прожмите лайк, прожмите колокольчик, дабы не пропускать последующие видео. И, если хотите, оставьте какой-то свой комментарий. Главное, друзья, соблюдать нормативную лексику. Маты на канале не приветствуются. Итак, друзья, для того, чтобы проверить, не пришло ли какое обновление, сразу же должен включен быть либо Wi-Fi с доступом в интернет, либо мобильный интернет. Но рекомендую, друзья, сразу подключитесь где-то к Wi-Fi точке. Почему? Потому что много трафика может занять. Входим в настройки. Входим в обновление программного обеспечения. И, собственно, проверяем, друзья. Обновление Android 11 Realme UI 2.0. Кстати, неплохая версия оболочки. Она очень похожа на Color OS 11. И, друзья, что у нас, какое обновление? Обновление у нас следующего характера. У нас Android 11, официальная версия 177 мегабайт. От 27 декабря 2021 года у нас это обновление. И, друзья, что я вам хочу сказать, что с каждым обновлением смартфон, честно говоря, становится лучше. Но что касается его автономности, пока это, друзья, вопрос остается в подвешенном состоянии. Я не могу сказать, что это один из лучших смартфонов по автономности. Он однозначно хуже, чем смартфон Samsung S21 Ultra по автономности. Ну, а экран 120 Гц, сказать, что прям вот вау, я такого не скажу. Да, здесь матрица 120 Гц. Итак, в этом обновлении этот выпуск включает обновление для системы безопасности Android и исправлена известная проблема. Во-первых, друзья, скажу вам так, что что касается исправления для системы безопасности операционной системы Android, это патч безопасности, но он всего лишь за декабрь. А сейчас, друзья, уже январь 2022 года. Вот тут нам передают еще привет из 2021 года. Дальше, что касается системы, исправлено несколько известных ошибок, улучшена стабильность работы системы. Друзья, ну, во-первых, оптимизирована работа с оперативной памятью. Во-вторых, друзья, оптимизирована работа датчика автоматического регулировки автоматического яркости. Да, с этим были проблемы в моем смартфоне, и тем не менее компания Realme исправляет в этом обновлении, собственно, эту проблему. Естественно, я это обновление устанавливаю, что и вам рекомендую. Друзья, делимся своим мнением в комментариях. Это было новостное видео по обновлению прошивки в нашем смартфоне Realme GT Master. У кого такой смартфон, друзья, напишите в комментариях, как он вообще вам и стоит ли на него переходить, допустим, с того же Redmi Note 10 Pro. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнимаю.